не тереть, не чесать. Алкоголь 2 дня не употреблять. Сезон гриппа подкрался незаметно, но еще можно успеть позаботиться о здоровье и обезопасить свой организм от сезонных заболеваний. Аллергии на куриный белок? Нет, к счастью, нет. Перед вакцинацией все пациенты проходят осмотр. Врач-терапевт собирает анамнез, спрашивает про аллергические реакции и хронические заболевания, выявляет противопоказания. Также измеряется артериальное давление, так как гипертония, высокое повышенное давление, является тоже противопоказанием к вакцинации. Измеряется пульсоксиметрия, которая показывает насыщение легких кислородом. И слушаются легкие на выявление хрипов. Сразу после обследования направляемся в процедурный кабинет. Нормально? Да. Прежде всего делается основной упор на пациентов старшего трудоспособного возраста. Это люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также люди, которые находятся в группе риска. Это пациенты старше 60 лет. Также это работники предприятий, работники общеобразовательных школ, лица, которые призываются на военную службу. Сейчас для профилактики гриппа используют сразу 2 вакцины нового поколения – «Сорвигрипп» и «Флю-М» – обе российского производства. Они не обладают гепатотоксичностью, они не обладают нефротоксичностью. Очень широко применяются у слабых пациентов старших возрастных групп 75+. Также нужно отметить, что настолько безопасны эти вакцины, что они могут быть использованы у пациенток, даже беременных. Позаботиться о своем здоровье белгородцы могут в любой городской поликлинике и сделать это абсолютно бесплатно. В мире нет страны, которая бы прививала такое количество населения за счет федерального бюджета. Это делают только в России. Николай Корягин, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.